Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили качество очистки от наледи в деревне Ликино. Участники инспекции проконтролировали пешеходные переходы, тротуары и дорожки перед входами в Ликинскую школу и местный детский сад. Партийцы также осмотрели центральную дорогу деревни Ликино. На основном пешеходном переходе были плохо почищены обочины дороги, примыкающие к бордюрам и тротуару. Ответственным сотрудникам МБУ было сделано замечание. Работники сразу убрали наледь и заверили, что такой ситуации на пешеходных переходах больше не допустят.